этого! Солнце никогда не светило здесь. Let's go.
Добрый вечер. Я найду этому хорошее применение. Ah!
Добрый день. Прекрасная работа. Свет в мире восстановлен. Я исследовал старые записи, пытаясь найти месторасположение гробницы Талраша. Хотя я и не нашел саму гробницу, у меня есть хорошая наводка. Великий заклинатель Виджерай Харазон построил свое тайное святилище где-то здесь. Он был могучим чародеем и держал демонов как рабов внутри святилища. Он следил за великими событиями, например, заключением Ваала в гробнице Талраша. Если ты найдешь святилище Харазона, в нем должен содержаться ключ к месту нахождения гробницы. Хотя я сомневаюсь, что Харазон все еще жив, соблюдая осторожность, невозможно сказать, что ждет тебя внутри. Когда я говорил об этом с лордом Джерин, он попросил, чтобы я прислал тебя к нему. Может быть, он знает тайный проход или что-нибудь в этом роде. Добрый день. Когда здесь начались неприятности, я позволил перепуганной гаремной гильдии присоединиться ко мне в безопасности дворца. Все было прекрасно, пока одной ночью на лестнице послышались крики со стороны гарема. Мои стражники вбежали и увидели, что бедных девочек убивают безжалостные адские отродья. Мои храбрые стражи попытались оттеснить демонов назад, к таинственной щели, из которой они появились. Однако мои люди проигрывали битву. Демоны продолжали просачиваться через щель во дворец. В конце концов, я заплатил Грейзу и его наемникам, чтобы помогли защитить остатки моего прекрасного города. Драгнан утверждает, что тайное святилище лежит где-то под дворцом, потому что на месте Лут-Галейна когда-то была древняя крепость Виз-Джерай. Мой дворец теперь открыт для тебя. Береги себя.
Тут и заблудиться недолго. Великолепно! У тебя хорадрический посох.
Возьми его с собой в гробницу Талража. Найди в гробнице комнату, на полу которой расположен круг семи знаков. Вставь посох в гнездо, которое ты там найдешь. Это откроет тайный проход в склеп Талража. Но готовься к бою. Похоже, тебе нужно убить Талража, чтобы уничтожить Ваала. Привет. Больше. Нести больше. Let's go.
его!
могу нести больше. Более герой, чем я могла себе представить. Возможно, теперь у нас есть надежда. Вера сильнее любых доспехов. Щит укроет тело, но вера укрепит храброе сердце. Thank you.
мое освобождение, но я ждал тебя раньше. Я Архангел Кираэль. Я пришел сюда, чтобы помешать дьяволу освободить его брата Ваала, но я проиграл. И теперь ужас и разрушение свободы идут через твой мир. Теперь они направляются к восточной столице Гураста, к сердцу храма Закару. Они надеются найти там их старшего брата Мефистофеля, владыку ненавидимых, который был заключен там множество эпох назад. Если три главных духа зла воссоединятся, они станут непобедимы. Неизвестно, каковы их цели, но совершенно ясно, что их надо остановить любой ценой. Я ранен. Энергии, которые держат меня в этом мире, быстро иссякают. Тебе придется взять на себя этот груз и воспрепятствовать воссоединению троих. Тебе необходимо пересечь море и найти дьявола и Ваала в Курасте. Торопись, смертный. Время идет для всех. Ты доказал, что ты величайший из героев, и для меня большая честь назвать тебя другом. Спасибо тебе за то, что принес в нашу жизнь мир. Архангел Тариэль... Это тот, кто дал камни души Харадриму 260 лет назад. Это очень необычно для сил небес, так прямо вмешиваться в человеческую судьбу. Но, похоже, Тариэль действовал по своей собственной доброй воле. Мы так и не смогли понять, почему, быть может... Он пошел против воли консенсуса небес, потому что он сомневался в нашей способности защитить самих себя, или, может быть, он способен видеть больше, чем его союзники. Если то, как действует ад, как правило, направлено на прямое разрушение, то мотивация действия небес просто необъяснимо. Теперь поспеши, и Дьявол и Ваал должны быть остановлены до того, как они объединятся со своим братом Мефистофелем. Если три части первичного зла объединятся вновь, мир, такой, каким мы его знаем, прекратит существование.